Снимки в 3D-качестве. В Нижневартовскую окружную клиническую детскую больницу поступило новое оборудование. Телеуправляемый рентгеновский аппарат отечественного производства, способный проводить диагностику в разных режимах. Отдельно делает снимки только костных, либо только мягких тканей, создает трехмерное изображение частей тела. Также с его помощью проводят панорамные исследования. Например, делают снимок всего позвоночника или конечности целиком. Управлять прибором можно с трех рабочих мест – вручную, дистанционным пультом или клавиатурой компьютера. Стоит отметить, что в России аппаратов подобного уровня всего три. В Москве, Челябинске и Нижневартовске. В больницу Югры рентген-аппарат поступил в рамках национального проекта здравоохранения. Наибольшее преимущество у него то, что сам вот этот детектор встроен в рентгеновский аппарат. Уже не нужно ходить с кассетами, не нужно проявлять. И он моментально переключается между двумя режимами. Между рентгенографией и рентгеноскопическими исследованиями. У нас в год выполняем до 24 тысяч где-то рентгеновских снимков и до 500 скопических исследований. Вот этот аппарат, он значительно облегчает работу.